Общероссийский народный фронт подготовил новый список убитых дорог. Его направили главам муниципалитетов Югры. Рейтинг составили на основании данных портала «Дорожная инспекция ОНФ». Отмечается, что самыми активными пользователями стали жители Советского района и Сургута. Всего было отмечено 239 ненормативных участков магистралей по всему округу. Общая протяженность дорог, нуждающихся, по мнению югорчан, в ремонте более 150 километров. В нашем городе сургутяне отметили 39 аварийных участков в 24 километра. Из них на сентябрь капитально заасфальтировано только 7. Ямочный ремонт проведен на 3 отрезках. Самые рейтинговые магистрали, отмеченные на карте убитых дорог ОНФ в регионе, это улица Инженерная в Сургуте и улица ЗПС в Нижневартовске. И ситуация второй год не меняется. Эти участки не внесены в план ремонтных работ муниципалитетов ни на текущие, ни на будущие годы.